Здравствуйте! Сегодня готовим оладушки. Оладушки любят все, и взрослые, и дети. В миску наливаем 250 мл кефира или простокваши. Добавляем одно яйцо, 2,5 чайные ложки сахара, щепотку соли. 1 чайную ложку разрыхлителя перемешиваем. Добавляем 100 граммов муки. Перемешиваем и сразу же приступаем к жарке оладушек. В сковороде с толстым дном разогреваем немного растительного масла. Столовой ложкой выкладываем тесто на сковороду. Обжариваем оладушки до румяной корочки с двух сторон. Подаем оладушки со сметаной и вареньем. Рецепт домашней сметаны вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinaria.rf в разделе «Кулинарные хитрости», а рецепты домашнего варенья в разделе «Варенье». Готовые оладушки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Перекладываем на блюдо и подаем горячими к столу. Вдохновения вам, удачи, хорошего настроения и приятного аппетита!